Плаваешь? Да. А, ты снимаешь уже? Это дача Сталина. Это удивительный вот памятник архитектуры, политических событий на Северном Кавказе, я бы сказал, всего прошлого века, хотя реально, вот насколько я помню по статьям, которые я читал и которые мы изучали, особо посещаемая эта дача была в 30-е годы. Вот по 40-м я что-то вот так не помню, врать не буду, но то, что Ворошилов, Климент Ефремович, Иосиф Виссарионович Сталин и Бетал Эдигович Калмыков в свое время, значит, регулярно посещали, даже Семен Михайлович Буденный, регулярно посещали Кабардино-Балкарию, я имею в виду, Калмыков здесь был как управленец, а председатель областного комитета партии, а эти, значит, товарищи из Москвы регулярно посещали Кабардино-Балкарию, я вспоминаю два, скажем так, ну, три крупных объекта, где они пребывали все время. Это все охотничьи угодья Кабардино-Балкарии. У них здесь была классная охота, которую мы организовывали. В свое время даже, я вот так помню статьи, и Бухарин приезжал сюда. Даже Троцкий был, и впоследствии Калмыкову вменяли в вину контакты вот с этими, значит, троцкицко-бухаринским блоком, как тогда говорили в процессе борьбы за власть 30-х годов. Но что сказать про эту дачу? Я абсолютно уверен, что как вот в замковом комплексе в долине Нарзанов, за Хабазом, туда вверх по Муште, значит, на реке Хасаут. Многие там были, сейчас там шикарно уже строится, такой расстраивается. Вы там помните, или мы нас делали передачу? Вот. А там, потом, значит, говорят, где-то здесь вот в районе охотхозяйства были устраиваемы шикарные охоты для этих товарищей. Сталин говорит, вот повар, который ему готовил, пишет, очень любил тушеную зайчатину именно тех зайцев, которых он настрелял. Она так и пишет, он приносил их там по 5-6 штук и очень любил, когда этих зайцев ему тушили и готовили. А вот что было здесь... Это на тот период окраина Нальчика. Mm-hmm. Это, можно сказать, садово-парковая зона Нальчика. И поэтому здесь, вот что интересно, мне сейчас нравится. Это удивительно просто, как это вот Воронцовский дом разваливается. А здесь, видели, у нас вон там стоит новая оцинкованная водосточная труба. Вам показали? Да, да, видно. Это означает то, что здесь какой-то профилактический ремонт проводится для того, чтобы сберегать это здание от осадков. Его, вот эта шатровая крыша, это, по-моему, это в смысле железо кровельное. Вот этот пик, который идет там. И эти деревянные конструкции благодаря этому спасены. Конечно, я сейчас на балкон на этот, честно говоря, не рискнул бы выйти. Да, мы, к сожалению, не можем туда попасть. Да, очень жаль, что мы не можем туда попасть. Мы могли бы показать внутри, как... Там в каждом углу дышит история. Что сейчас? Он взят под охрану, этот объект. Вот это окно выбито. Судя по всему, туда заходит атмосферный воздух. Там, конечно, внутри все коробится и корежится и портится. Но вот этот цоколь, каменная часть здания, окна там удивительно сохранившиеся. Мне кажется, там или профилактику какую-то проводят, или находятся люди. Ну что можно наверняка сказать? Наверняка взят под охрану, но мы не знаем. Он может, да, как объект культурного наследия, да. Но с другой стороны, конечно, охрана слегка подкачала, потому что здание портится. Я очень не хотел бы, чтобы сейчас по старому трюку это здание тихо довели до развала полного, непригодством скупили и здесь поставили какой-нибудь, ну, модерн кошмар. В том смысле, что да, модерн удобнее в плане удобств. Это может быть и умный дом с полностью электроникой. Но вот эта дача нуждается для того, чтобы ее... Сейчас везут туристов в Нальчик. Им нечего показывать. Ну, да. Нечего. А мне кажется, если бы показали Хасанинский переход. Помните, в никуда, вот, который идет там в лесу. Там два балкарца мужики показывали. В Хасане переход ниже спуска. Начинается на асфальте, а заканчивается в... Тропа уходит в никуда, в заросли. Да, гениальный переход. Его надо показывать. Вот достопримечательность Нальчика. Вы нигде больше не увидите такого перехода. Посмотрите, переход в никуда. Это будут огромные деньги, открытки. Я не знаю, кто на этом... Я реально говорю. Можно реально заработать. Зарабатывать? Нальчикский переход. Хасаня, посмотрите. Вот, да, и вот здесь да начинать... было видео на Ты канале. Да, видео, там, помнишь? Да? А там никуда. Сделали переход. Этот переход... Пешеходный. Я тебе уверяю, на всю планету который будет... Который упирается, значит, в никуда. Бордюр. И не в бордюр, там идет склон дальше. Горы и идет просто мох зарос. Я подумал, это же спасибо тем мужикам, которые сняли тем гениям, которые спланировали, поставили и сделали Нальчику достопримечательность. И таких у нас можно... Тьма. Помните наш вот этот выезд Сашурова? Да, да, да. Шикарно. Да. Рельсы, дорога тупик, и с той стороны дорога. Дорожно не придумаешь. Вот это, конечно,
Это нам, если бы он был отреставрирован, открыт для посещений, придумано 20 легенд о том, как Сталин здесь принимал исторические решения, допустим, развешаны на желтой бумаге, отпечатанные заново какие-то документы партийные. Это бы имело бы... Да можно было найти двойника Сталина, здесь он и да, встречал, да, фотографировал, гостей, да, встречал гостей, угощал, да, да, фотографировался. Да, да. Двойник Буденного, двойник Ворошилова и двойник Калмыкова в этой... Троцкого тоже. И даже Троцкого и Бухарина. Здесь шикарные можно было проводить анимационные съемки и встречать туристов, рассказывать им о том. И, кстати, я сейчас иронизирую, но действительно, здесь принимались какие-то реальные исторические решения. Конечно. Даже по Нальчику, по организации первых альплагерей. Сталин очень активно выступал, создавал вот это первое, значит, альпийское движение. Я не знаю, как оно точно называется, но первые альплагеря строились при Эльбрусе именно при товарище Сталине. Я имею в виду, массовость его была здесь. Я думаю, можно было создать легенду, что эти решения принимались во время хороших столов с гетлибжа, с хичинами, с шашлыком, с лицеклибжа, с махсыма, с боза. Здесь. И здесь бы открыть прекрасно. Да, Жалбаур, наверное, тоже был. Жалбаур, я думаю, был в первую очередь. Самое главное, что здесь было бы очень красиво смотрелось бы вот там подальше хорошее кафе. Оно бы называлось, например, «Сталинская дача». И здесь шли бы какие-то, ну, брендовые блюда. Сталин очень любил хванчкару. Он ее смешивал с сапирави. Говорят, получалось его так называемое сталинское. Здесь бы продавались сигареты «Герцеговина Флор». Здесь бы продавался каракуль на шапке хурфапа а-ля калмыков. Здесь было бы прекрасно. Но, к сожалению, вот меня сейчас это убивает. Этот мужчина с Москвы, который нам давал интервью в машине, сказал, что нет путеводителей, нет элементарных карт каких-то городских. Ну, Наталья Шинкарева, надо сказать, написала комментарий на Фейсбуке. Она сказала, вот ему надо было в наш магазин зайти на Кабардинской. Он бы нашел все. Там есть все. Я знаю, что думаю про себя. Там написали еще один умный комментарий. Сейчас, мол, дескать, все в интернете. Но я абсолютно убежден, что по Горно-Балкарии в интернете не все. Потому что у нас лентяй, у нас не любят это делать. И если только их, вот, ну как сказать, как слона анкасом по душе тыкают, когда его гонят. Вот если только наш так не гнать, они ничего не сделают. Но я еще раз говорю, в Нальчике есть Воронцовский дом, значит, раз. Сталинская дача. Вот мы сегодня здесь были, два. Здесь, конечно, будет страшная драка. Лютая месиво, подковерная борьба за это кафе, если здесь надумают открывать, за того, кто будет реставрировать, но это должно взять на себя государство. И государство должно это все подавать для туристов на самом золотом хорошем блюде. Вот на этой оптимистической ноте, вы согласитесь, Лиминал, что нам надо уже заканчивать? Да. Я говорю... Ну, мы хотели просто показать, что вот... Что есть такое! Стоит, да, дача Сталина, вот мы ее показали, к сожалению, повторюсь опять-таки, мы не можем туда вот зайти. Вот две достопримечательности мы уже нашли. Переход в Хасане, это на всю планету. Угу. И дача Сталина. Дерзайте!